Семена лука репчатого ретро, ретро среднеспелого сорта хорошо себя зарекомендовали среди дачников-любителей своими высокими урожаями. Плоды вызревают эллипсообразные, крупные до 90-100 граммов. Окрас чешуек насыщенный красный, луковец, розово-красноватый. Вкус сорта сладкий, без горечи, сочный лук обогащен большим количеством витаминов и минералов, эфирных масел. Лук предпочтительнее использовать в салатах, закусках в свежем виде. Культура устойчива к заболеваниям, при посеве в начале мая, урожай вызревает к началу августа, до 2 кг на 1 квадратный метр. Растение предпочитает солнечные места. Лук репчатый ретро – это однолетнее растение. Лук прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. Лук репчатый ретро имеет среднеспелый срок созревания. Плоды лука созревают в месяце июль-август. Масса плодов приблизительно 80-100 грамм, но, конечно, зависит от условий выращивания. Форма плода округло-плоская. Цвет плода красный. Вкус сладкий. Ягоды можно потреблять в свежем виде. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.